Всем привет, друзья. Обзор покупок. Так, сходил я в сеть магазинов Кировский. Так, ватрушка с творогом. Одна штука. Так, слойка с абрикосом. Так, это 20 рублей, это 34 рубля стоит. Что там? Ватрушка со сметаной. 18 рублей. Так, слойка нежная, трюфельная. Что там? Слойка забавная. Забава с корицей. Что там? Слойка. И ватрушка с паиром. Также взял для Маурицио. Два пакетика китикета. 18 рублей каждый. Взял себе шоколад Милка, дособирую, несколько видов осталось, чтобы сделать обзор. Ну, еще зашел в Пятерочку, докупил. Как докупил? Думал, что-то оригинально, ничего не купил, в общем, там. Так, что у нас там? Сдоба капучино. Это вот это. Булка, короче. И слойка забава с корицей. Зачем я вторую взял? Вот же она у меня есть. Ну ладно, пусть будет, в общем. Это все вышло у меня на 280 рублей. А вот эти две штуки на 59 рублей. Одна штука 27, вторая 29. Так что вот такой вот сегодня обзор.